Всем доброго денечка, и снова я вас приглашаю на свою кухню. Сегодня мы будем готовить ассорти на зиму из огурцов, помидоров и кабачков. Огурцы мокли у меня всю ночь. Я сейчас к ним добавила помидорки. Кабачок нарезала мелкими дольками и добавила к нему чесночок. А в это время баночка у меня стерилизуется, все очень просто. Беру решетку из духовки, ставлю, банка кипит, и затем крышка опускается до закипания и выключается. Как всегда, на дно банки я положила гвоздику, черный перец горошком, лавровый лист и чеснок. И сейчас я буду все укладывать доверху овощами. Если огурцы крупные, я их режу на мелкие части. Если огурец мелкий, я его полностью кладу. Итак, начинаем. Овощи в банку уложены. Вы заметили, что я постоянно режу огурчики на мелкие части. Почему я это делаю? Объясняю. Чтобы побольше вошло их в банку. Для чего я положила мелкие? Нарезала мелко-мелко кабачки, чтобы заполнить пустоты, которые образовываются в банке. Ну а сверху для чего я положила помидорину? Чтобы при сливании воды ни одно из содержимого не вылилось. В это время уже закипает вода в кастрюльке. На 3-литровую банку понадобится 1,5 литра кипящей воды. Пока банки с овощами стоят в воде, мы в это время готовим рассол. На 1,5 литра воды я кладу 2 столовые ложки соли и 4 столовые ложки сахарного песка. Для начинающих хозяек на заметочку, что всегда в таких случаях при приготовлении ассорти соли берется в 2 раза меньше. Итак, рассол закипел. Воду из банки пустую, без ничего, сливаем и заливаем рассолом. Ассорти с огурцами, помидорами и кабачками готовы. Мы закатываем баночку, укрываем одеялом и оставляем до полного остывания. Это очень вкусно. Быстро, без всяких заморочек, справится даже любая начинающая хозяйка.